В этом видео на Моголь ТВ вы пройдете 6 тестов для проверки мозга. Правильно на все вопросы ответит только один человек из 10. Проверьте себя и напишите ваш результат в комментариях. Перед началом видео рекомендую новый увлекательный канал «Сказки Найт». Там вас ждут рассказы о древних цивилизациях, новейших открытиях, истории из жизни знаменитостей, а также новости из игровой и киноиндустрии. Подписывайтесь, ссылка в описании. Номер 1. Посмотрите внимательно на этот фрагмент. Вопрос звучит очень просто. В какую сторону едет поезд? Из тоннеля или наоборот, в тоннель? Смотрите очень внимательно. Свой вариант и объяснение напишите в комментариях. А куда едет поезд на самом деле, я расскажу в конце этого видео. Номер 2. Если вам кажется, что это просто трава, то вы ошибаетесь. На этой картинке еще изображено трехзначное число. Что это за цифра? Итак, если вы ответили, что это число 671, то ставьте лайк. Это правильный ответ. Номер 3. На картинке изображено две линии. Вам нужно всего лишь сказать, какая из этих линий длиннее – номер 1 или номер 2. Уверен, кто-то из вас ответил, что номер 1, а кто-то, что номер 2. Но правда в том, что обе эти линии совершенно одинаковые. Это просто оптическая иллюзия, образующаяся за счет концов, которые торчат в разные стороны. Номер 4. Посмотрите внимательно на эту картинку в течение 5 секунд и запомните, какого цвета животное. А теперь скажите, какого цвета был поросенок рядом с бассейном? Уверен, многие ответили, что розовый, но на самом деле он был серого цвета, ну или черного, как вам больше нравится. Но уж точно не розовый. Номер 5. Даже если вы не очень понимаете, что здесь написано, не страшно. Просто ответьте, сколько букв F на этой картинке. Уверен, у многих из вас получился ответ 3 или 4, или даже 5. Но верный ответ 6. Вот эти буквы. Номер 6. С какой стороны полоска темнее, с правой или с левой? Можно долго всматриваться в экран, пытаясь понять, но правда в том, что полоска одинаковая со всех сторон, она просто серая. Не верите? Вот подтверждение. Эта оптическая иллюзия возникает из-за фона, на котором расположена полоска. А сейчас вернемся к заданию с поездом и выясним, в какую же сторону на самом деле он двигался. Дело в том, что наш мозг может по-разному воспринимать эту информацию, поэтому кому-то кажется, что вагон едет в тоннель, а кому-то, что из тоннеля, а кому-то и то, и другое. Но мы пойдем другим путем. Просто замедлим видео. Если для вас еще все не стало на свои места, то разложим этот отрезок по отдельным кадрам. Просто следите за этим участком. Это промежуток между вагонами, и с каждым кадром он приближается к нам. Значит, поезд едет из тоннеля. Не забудьте написать под видео, сколько из 6 тестов вы прошли верно. Заходите в группу Моголь ТВ ВКонтакте, ставьте лайки и подписывайтесь на канал, если еще этого не сделали.